Зарелуа Мирабиев Дехович. Фамилия еще раз. Зарелуа Мираби Евтехович. Из Мираби. Евтехович. Евтехович. Писал чистого года рождения. Пол, да. 20 октября. Место рождения. Город Сухуны. Прописано где? Город Ставрополь. Где? Улица 50 ВГСМ, 112, по-моему. Дом. 12, по-моему. Дома не знаешь? Нет, по своего дома. Не, ну не знаю, где же. Дом подписан. 71-2, квартира 237. Фактически где проживаешь? Сейчас в данный момент нахожусь на лечении. Где? И здесь, и в Москве. А здесь где? Здесь станционар. Где? Станционар! Какой? У вас здесь один станционар, я не знаю. Да здесь много станционаров. Ну, клиника вы знаете, что там. Сами такой щегарный. А? Сами хорошие у вас поликлиника где? На какой улице? Или как номер? На Макса, по-моему. На Карла Маркса. А что у нас там на Карла Маркса? А может в диагностическом центре? Да, диагностическом. Диагностическом. Там длинной стационар. Да, да. А живешь дома? Чего дома? Вот по этому адресу, когда 50 лет? Да, да. Нет, вот сейчас его брали. Какого адреса? 57-1, квартира 89. Давай торцев. 57-1, квартира 89, да? Да. Мирабек. Ну да я не помню зачем. Надолго ты там? Нет. Пока не куплю квартиру. Пока не купишь квартиру, будешь жить там. Да. Понятно. Работаешь где? Нигде. По профессии-то. Вор. А? Вор. Понятно. Нет, профиль повернись. Тогда не удлиняй нос, хорошо? Ну, куда уж дальше-то? Все.